Понеділок, 26 квітня, час говорити про головне. Вітаю вас, друзі, на головному інформаційному телеканалі «Запоріжжя». Сьогодні в Україні відзначається 35-та річниця трагедії на Чорнобильській атомній станції. Сьогодні ми вшануємо пам'ять полеглих і дякуємо живим ліквідаторам наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. Дякуємо їм за життя, яке нині триває, воно бурхливе у Запоріжжі, особливо минулого тижня. У п'ятницю минулого, 23 квітня, відбулася 5-та сесія Запорізької міської ради. Вона була перервана 31 березня через анонімне телефонне повідомлення щодо імовірного замінування Запорізької міської ради. Отже, було ухвалено чимало важливих рішень. Найголовніші з них – це кадрові. І саме сьогодні ми поговоримо про те, як нові кадрові призначення можуть вплинути на подальший розвиток Запоріжжя і хто саме віднині має нести персональну та партійну відповідальність загалом за ситуацію в Запоріжжі і конкретно за кожну сферу життєдіяльності в нашому місті. Про все та інше ми говоримо з командою кращих політологів у Запоріжжі. З задоволенням їх представляю. Роман П'ятигорець, політичний експерт, очолює регіональне представництво Комітету виборців України, Ігор Грому, політичний технолог, і Павло Скурський, також політичний технолог. Ми з вами, друзі, зустрічалися 12 квітня, якраз був День космонавтики. І от після ефіру, я пам'ятаю, Павло, я говорю, ми з вами обов'язково зустрінемось в травні, ви так натякнули, та напевно, що не в травні, а найближчим часом. Ну, так воно, в принципі, сталося, тому що події розгортаються у Запоріжжі надзвичайно бурхливо. От знову ж таки, п'ята сесія після перерви тимчасової вона завершилась, і минулої п'ятниці відбулася сесія Запорізької міської ради. П'ята сесія, господи. Були ухвалені рішення. Я от хотів би, щоб ми трішечки пригадали історію формування Запорізької міської ради. Це надзвичайно важливо, щоб потім вже йти покроково і аналізувати, що саме відбулося. Я звертаюся до глядачів телеканалу Z. Ви можете ставити запитання. Телефони ви от побачили вже на ефірі. Ми говоримо сьогодні про Запорізьку міську раду, про кадрове переформатування, про те, які наслідки будуть внаслідок, даруйте за тавтологію, цих кадрових переформатувань. Отже, виведіть, будь ласка, інфографіку, склад Запорізької міськради. У жовтні 2020 року відбулись вибори, і до Запорізької міської ради зайшло 6 політичних сил. Партія Володимира Буряка «Єднання» – 16 мандатів, опозиційна платформа «За життя» – 13 мандатів, «Слуга народу» – також 13, «Європейська солідарність» – 11, «Нова політика» – 6 і партія «Шарія» – 5 мандатів. Ну, такі от вибори за партійними списками, і саме партії є суб'єктами виборчого процесу. На той момент, у листопаді, коли відбулась перша установча сесія, відбулася така неофіційна коаліція, сформувалась більшість. Це партія Володимира Буряка «Єднання», «Слуга народу» партія і партія «Нова політика». Були призначені керівники і в Запорізькій міській раді, і секретар Запорізької міськради, і заступники Запорізького міського голови. Це виконавча гілка влади. І машина почала працювати. Ну, але от десь наприкінці зими, у березні, почала в кулуарно формуватись нове таке об'єднання. До його складу увійшли опозиційна платформа «За життя», більша частина фракції «Слуга народу» і «Європейська солідарність». От такі три антагоністичні сили, мається на увазі ідеологічно. Як вам оцей такий от союз, який потім, зрештою, вплинув на зміни в керівному складі? Тому що тривали численні переговори, консультації, але саме вони, оці три сили, стали ініціаторами кадрових змін. Павло, давайте з вас розпочнемо. Да. Саш, ну, здравствуйте, уважаемые телезрители. Собственно говоря, как когда-то Гитлер говорил, что Вторая мировая война – это продолжение Первой в отношении Франции, да, так и сегодняшняя коалициада – это продолжение Декабрьской коалициады. Ну, собственно говоря, это должно было как-то завершиться. Мое отношение, вот мы с ребятами говорили, мы воспринимаем это как цирк. И, собственно говоря, я думаю, что и жители как бы увидят пагубный итог таких вот коалициад. Он помножен, в первую очередь, на психологическом желании политических субъектов в городе Запорожье, которых мы все прекрасно знаем, помножены на болезнь роста, поучаствовать в каких-то форматах участия
во властных механизмах. Но что мы имеем? Мы имеем мэра Буряка, который первую каденцию 5 лет был мэром, был избран в один тур 60%. И вот есть политические силы, которые считают, что почему мы не имеем права участвовать во власти. Безусловно, нечего тут скрывать, это помножено и на экономические интересы, и злые языки говорят, мы, конечно, им не верим. Да? И есть дирижер в этой всей ситуации, который успешно подогрел. Безусловно, город выиграл от декабрьской коалициады, она была очень острая, образовался великолепный формат. Более того, мы знаем, и в кулуарах гуляет информация, мэр предложил более широкую коалицию, той же самой ЕС. И не случайно партия у него единая, она широка, открыта для всех, такая, вот такой формат. Но как бы тогда как-то так вот не получилось. ОПЗЖ пожелала значительно большего. Третье как-то вот так вот оно пошло. Партия Шария категорически нет. А потом это все бурлило, и процесс начался. Я думаю, что он продолжится в областном совете в ближайшее время. Он помножен на отсутствие политического опыта. Я хочу вот внимание всех обратить на позицию Мотор Сечи, да, новая политика. Вот они до последнего смотрели, потом как бы они так, то есть, ну, мудрые, да, партия Единания мудрая. Что мы сегодня имеем? Ну, во-первых, есть диссонанс закона избирательного. Вот смотрим. Горожане проголосовали за мэра Буряка в один тур 60%. Ближайший конкурент от него, от партии ЕС, взял там, по-моему, 11% про запас. В 5,7 раз меньше. В 5,7. Следующий там в 5,8 раз меньше. Следующий вообще там, я молчу. Представитель ОПЗЖ вообще не участвовал, не было кандидата. А тот кандидат, который был, ну рейтинг по нашим данным 5,9. О чем это говорит? Это говорит о том, что горожане, они же не разбираются. Они дали власть городскому главе, Буряку, вот он так видит, да. Но вот этот новый закон, который у нас ни одни выборы не проходят, с 2002 года каждый выбор меняется, он дал возможность политическим партиям зайти. И вот они, естественно, искренним образом считают, то есть про запас, там 11%, ну я не буду там примерно, да, он считает, а почему я имею право на свой кусочек власти? Ну какой кусочек власти? Вы имеете право, ну, в прямом восприятии горожан, да, на какой-то сегмент, комиссию там в городском совете. Но так не случилось. Конечно, то это все бурлило, тарахтело там и так далее, и так далее. По кулуарной нашей информации, Буряк имел моральное право, высокозаконодательное право, он имел возможность перевернуть стол. Условно говоря, сказать, ну и дальше что? Ну, переформатируйте коалицию. Да, они там пугали импичмента, ну это смешно, понятно. И, кстати, голосов, как оказалось, и нет. Забирайте комиссии, забирайте секретаря, а дальше что? Даже заместителей снимайте. Но длились долгие консультации, насколько мы знаем, команда там и так далее, в течение 2 недель. И посмотрели, зачем город должен колотиться. Вот мэр принял такое решение мудрое. Вот, наверное. Зачем город должен колотиться? И в конечном итоге, если сказать вообще откровенно, после длительных и мучительных торгов Буряк продал воздух. Ну, вот так вот. Ігоря, які ваші враження від цих кадрових змін? Ми їх ще озвучимо, покажемо, персоніфікуємо, але про те, яким чином це все відбувалось. Про західники, з одного боку, євросолідарність, про російська, можемо говорити, ОПЗЖ і «Слуга народу», яка, в принципі, намагається десь знайти оцю золоту якусь середину між іншими і між першими і другими. Как бы надо смотреть в целом на ситуацию. Первое, что если хотите развалить любое дело, создайте коалицию. То есть это априори неправильно при какой-то хозяйственной административной должности создавать коалицию. То есть если есть ответственный человек за какую-то именно хозяйственную деятельность, то он должен заходить со своей командой. Естественно, мэр победил, мэр должен иметь возможность завести свою команду. Хотя бы большинство, и может быть каких-то таких, не самое значительное в его команде направление отдать. Это не только мэр, это, скажем, любая руководящая должность подразумевает, заходит тот со своей командой. Ну а иначе, в реальности собрали лебедь, рак и щука. Ну и что? Чего дальше будет? Вот действительно, что идеологически. Здесь западники, здесь пророссийские, здесь ни рыба, ни мясо, ни туда, ни сюда. Вот что они будут делать вместе? Как они могут предоставить концепцию развития города, некую общую друг для друга, если они идеологически по-разному находятся стороны баррикады? Ну, давайте ще переглянемо. Є ще одна інфографіка. Керівний склад Запорізької міської влади до 23 квітня. Ну, про команду ви вже говорили, Ігор, Павло говорив. Уведіть, будь ласка, інфографіку знову-таки на екран.
От що ми мали. Керівництво Запорізької міської ради до 23 квітня. Володимир Буряк, запорізький міський голова, зрозуміло, це безапеляційно. Геннадій Наумов, секретар Запорізької міської ради, представляв політичну партію «Єднання». Андрій П'ятницький, перший заступник, політична партія «Єднання». Володимир Волобуєв, він залишився заступником міського голови. Віктор Городинський представляв політичну партію «Нова політика», представляє і досі. Анатолій Пустоваров, заступник Запорізької міської голови, це, ну, скажімо, представник міського голови. Валентина Малиш, також представник міського голови, і Роман Малінович, керуючий справами Запорізької міської ради. Ну, от така потужна, надзвичайно професійна команда була до 31 квітня. Романе, ваше от ставлення до цих об'єднань кулуарних, які, зрештою, намагаються, у них вже вийшло, вони потрапили до влади, до міської. Ну, я всю жизнь стояв на позиції, от всю жизнь, що, по крайній мере, я не хочу імплементувати, ще раз, там, європейський опит, американський, там, ще какой-то. От конкретно наш слов'янський опит, український опит, він підрозуміває, дійсно, таку жорстку модель патерналізму, жорсткого такого отця, який від за собой, и вот люди ему верят, люди ему отдают, условно говоря, бюллетенями свое завтра, свое городское будущее, вот, и дальше его там сбить можно, только вот выполнил он свою задачу, короче, или не выполнил, да? Наступные вот. Выборы, скажем, дальше мы, вот, мы громада, мы выбираем менеджера, главного менеджера, вот так получилось, вот громада решила, что этот менеджер Буряк. Вот как вы себе вообще подразумеваете, вот, это, вот представьте себе вот в армии, если мои офицеры не мои, а назначены вот кем-то, вот, там поставили одного, второго, третьего. Да я не знаю, куда он побежит завтра, да? Я, условно говоря, там знаю, там вот, там, за те 5 лет, да, вот Волобуев, какой бы он там плохой ни был, но это солдат мэра, вот, ну, тут скажут, если даже ни одна там бригада не подъедет, он сам эти сапоги наденет, нырнет в канализацию, там эти трубы будет крутить, вот, ну, но это все, это звонок, там, человеку в 4, в 5 утра, все, он полетел пулей выполнять, ну, мэр так видит, вот, ну, он так, как менеджер, еще раз говорю, главный, да, он расставляет везде своих людей. Вот представьте себе, там, условно говоря, там вот стали люди, которые, ну, действительно, да, вот я же говорю, тут модератор, который, ну, это все придумал, это вообще, я не знаю, это какой-то антихрист, вот смешать жабы гадюк, вот это все в одну, тем более все планируют, что на сентябрь месяц выходит этот грандиозный фильм, вот, про разоблачение Вагнера, начинается улица, начинается там еще один Майдан, Зеленский шатается, вот. Выход, да, дочасні вибори парламентські. Перевибори. А как теперь вот это вот, все, которое слеплено, и которое якобы там поддерживает коалицию, да? Тем более я вот там, ну, там слышал, там вот те же самые, там вот уж Паша говорит, там ПЗЖ там было мало. Но вот они почему-то до сих пор, они четко уверены, что мэром должен и обязан по гроб жизни всем, что они не выставили своего кандидата. Да проиграл бы любой кандидат. Так больше того, я перепрошую, Романа. Никто не просил их. Під час виборчої кампанії на фініші, там за тиждень, за два ОПЗШ якраз і в своїй агітації використовувало, що Володимир Буряк – це наш мер. Ну, конечно, вони його використали для того, аби підтягнути свій рейтинг. Ми це 300 разів говорили в цій студії, що це грязна технологія, що це спеціально приміняється вот так вот. Якщо б вони навіть поставили свого мера, вони просто зекономили 3 мільйони доларів, все, які зараз там розпихають по карманам у себе. Вопрос, що вони взяли? Ну, вони беруть комерційне направлення, ну, сплошну комерцію, не касаясь бюджета, они далеко не дураки. Там матерые сидят ребята, которые в ту еще псиновскую каденцию весь город разнесли в хлам. Вот. И они четко понимают, что бюджет не наш, а мы сюда трогать не будем. Мы забираем на себя землю, там, какие-то там оформить балкон, какую-то там еще штуку. Нерухомость. Там, да, недвижимость там, и так далее и тому подобное. Вот. У меня вопрос, да, вот, ну, а что это вообще произошло? Да? Вот в власти такая политическая структура, причем, опять же, тут же модератор, тут все, вот он же прекрасно понимал, вот, чья это политическая сила. Ну, взять, допустим, там слух народ, да, которые там быстренько схватили себе портфель секретаря. Задаешь вопрос, зачем секретарь? А вот мы импичмент замутим, и секретарь потом будет городом управлять. Да вас проклянут, вы что, спалят вместе с этим городским советом. Вот, но это же понятно, что это афера. И вы аферисты в данной ситуации, если вы думаете таким вот образом там, рвануть там, на себя, допустим, власть. Да? А дальше нет, мысли нет, команды нет, там нет. Там даже внутри штаба нет. Потому что одна рука голосует вот так, другая вот так, третья вообще непонятно. В самой партии слух 4 модератора.
4 владельца вот этих ребят, которых там 13 человек бедных, и на них 4 хозяина, которые гнут там свою линию. Вот. В итоге, что вообще произошло? Мы секретаря отдали, ну какой для вас это стратегический плацдарм? Ну так вот подумать, да? Вот, если это никакая не политическая должность, это просто сидит там вот... Це трудяга, який в документах, да, який організовує діяльність Запорізької міської, комунікує між усіма фракціями. У вас була договоренность, что вот у вас произошел переворот. Опять же, та коалиция, которая, в принципе, и взяла плацдарм, но удержала его ровно до утра, и потом тут же выбили оттуда его. Почему? Коалиция. Коалиция — это проблемы всего, что происходит. Посмотрите, все лучшие реформы мира, которые происходили. Жесточайшая диктатура в руках одного человека, вот эта сингапурская реформа. Только потом либерализм, демократия. Вы же сами все поехали в этот Мелитополь. И Кальцев там был, и слуги там были. Только что они туда приперлись, ну как терпилы, наверное, чтобы над ними там смеялись, что их там фракции в горсовете не, что их выкинули, как собак на улицу, да? Но вы ж хлопали и срыдали вот, боже, вы посмотрите, как у них все прекрасно. Все в руках мэра. Все сессии проходят 10 минут. Все, мэр пришел. Так, смотрите, я решил это вот так. Быстро зеленая кнопка. Все поклацали, поклацали, никто ничего не смотрит. Все. Приглашают всех, смотрите, вот мы построили там дорогу, мы там осветили там, и все хлопали в ладоши, как это гениально, но буряку вы устроили, все наоборот, то есть вы там аплодировали стоя, а приехали сюда и сказали, а давайте развалим сюда, по княжествам там, по удельным, и что-то будем моделировать, еще раз говорю, вот... Идеи, они могут быть самые там отличные, да. Я там посмотрел, там, допустим, что ЕС там себе взял. Вот Саша взял себе там Константин. А зробимо, ми потім от персонально по кожному поговоримо. А поговоримо, ну хорошо, давай до цього вернемося. Давайте послухаємо прямому Володимира Буряка якраз під час виступу в сесійному залі, ну, який говорив про мотиви. Мотиви кадрових переформатувань. Іди, от далі продовжимо. В міській раді, в будівлі виконавчого комітету в цей час також були проведені, кипіла така робота, проходили насичені консультації між партіями, між фракціями. От, та після цього вже і зі мною щодо можливого переформатування Запорізької міської ради. І як було задекларовано всіми політичними силами, всіми фракціями Запорізької міської ради, основна причина таких консультацій – це бажання всіх політичних сил, всіх фракцій, які представляють Запорізьку міську раду, працювати на благо жителів міста Запоріжжя, виборців своїх, на розвиток міста Запоріжжя. Я вважаю, що це похвальне рішення і, безумовно, також є право, яке надано сьогоднішнім законом про місцеві вибори. І сподіваюся, що ці всі, як кажуть, бажання підуть і ті напрямки діяльності підуть, перш за все, на користь місту, його жителям. Ну, вже дуже дипломатично Володимир Буряк висловився з приводу перспектив подальшої співпраці. Давайте тепер ще й глядачі познайомимо з новою командою управлінської Запорізької міської влади, і міської ради, і виконавчої гілки. От ви молодці, вже вивели. Міський голова Володимир Буряк залишається, звичайно, міським головою Анатолій Куртєв. Ну от нова людина, яку обрали секретарем Запорізької міськради, Анатолій Куртєв, він від слуг народу делегований, керівник, нині керівник комунальної установи Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи Запорізької обласної ради. Ну, відповідно, він депутат Запорізької міської ради. Андрій П'ятницький був першим заступником, зараз він просто заступник, він відповідає за фінансові питання. Далі, Анатолій Васюк, заступник. Делегований він фракцією «Слуга народу», але от Анатолій Васюк, він колишній голова Запорізької районної державної адміністрації. У 2015 році балотувався до Запорізької райради від блоку Петра Порошенка. У 2020-му очолював передвиборчий штаб Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у Запорізькому районі. Далі, Олександр Константинов, заступник міського голови. Олександр Константинов буде в нас відповідати за ефективну, за дороги та стратегічний розвиток. Олександр Константинов, він
ну, донедавна, можливо, ще нині, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К». Також депутат Запорізької міської ради, член фракції «Європейська солідарність». Олексій Нікіфоров, депутат Запорізької міської ради, член політичної партії Володимира Буряка «Єднання». Донедавна він керівник комунального підприємства «Водоканал». Зараз він відповідатиме за ефективну роботу та розвиток комунальних підприємств. Роман Таран, представник опозиційної платформи «За життя». Він відповідатиме у нас за землю і комунальну власність. Такий напрямок роботи. Нині він, а може вже і звільнився, заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю Олександр Девелопмент. Ну, ми знаємо в сфері впливу, якого депутата і бізнесмена перебуває. Геннадій Наумов донедавна, до 23 числа, був секретарем Запорізької міської ради. Він представник партії Володимира Буряка «Єднання». Зараз він заступник міського голови, який відповідатиме за питання медицини. І Віктор Гординський, представник політичної партії «Нова політика», депутат Запорізької міськради, відповідає за питання у житлово-комунальному господарстві. Анатолій Васюк не представив, він відповідатиме за освіту як керівник Запорізької міського голови. Ну, отже, от таку конфігурацію ми маємо, широку коаліцію, представники цієї коаліції. Як на вашу думку, наскільки от це позначиться на ефективності, на оперативності діяльності Запорізької міської влади? Чи в даній ситуації, ну, от очолюють вони конкретні напрями, конкретні сфери опікуються, чи мають вони нести персональну, а в даному випадку ще й політичну, партійну відповідальність за все, що відбувається? Ну, скажімо, в освіті, ну, скажімо, там, в житлово-комунальному господарстві, в транспорті, в земельних відносинах. З кого почнемо? Павло, давайте з вас. Ну, Рома правильно сказав, це ловушка. І по большому счету Буряк переіграв це без преувеличення. Що произошло? Ну, во-первых, ми бачимо, як там средства масової інформації, віддільні блогери, там, і телеграм-канали готували общественне мнение, що от произойде там імпічмент. І ми в прошлый раз з вами говорили, от зараз там покажуть Буряку, наклонять там і так далі. Та ніхто нічого, нікого не наклонив. Ми бачимо, що произошло. Нікіфоров, Пятницький, Наумов і партія «Єднання» зайшли на ключові направлення. Пустоваров ушел на департамент і курирует медицину. Волобуєв теж остається в системе. Ну, а партийным как бы представителям дали поиграться. И действительно, это союз жабы с гадюкой. И Буряк это понимает. Почему? Ну, во-первых, коалиция, она может быть коалицией в парламенте, да, может быть в правительстве. И особенно не в украинских реалиях. У городской власти это все бред, по большому счету. И эта система работать не будет. Я недаром сказал, что это продал воздух. Это во-первых. Во-вторых, еще раз повторюсь, Буряк отстоял определенные свои ключевые позиции. Два. Третье. Мэр остается главным действующим лицом согласно закона о местном самоуправлении. И тут диссонанс в городе. Он ответственен. Его жители наградили прямым голосованием. И, собственно говоря, он отвечает за социально-экономический маркер. Четвертый показатель. Но многие думали, что тут намазано медом. Некоторые дирижеры, которых подбивали, скажем, директора гипермаркета, да, на такой... Я вам скажу честно, мы с Игорем работали в Бердянске, и Рома там знает великолепную работу органов власти. Мы работали в местном самоуправлении. Я работал в обладминистрации, Саша работал. Да, ну, ни за какие деньги, я честно, вот вам. Да. То есть понятие бизнеса, свободного человека, есть понятие госслужащего. Это очень сложно. Это очень сложно. Это медом не намазано. Сегодня ситуация в Украине... Я перепрошу, купа обмежень, и плюс до того, да. Ну, порівняно низька заробітна плата, якщо порівнювати з великим бізнесом. І аби повернутися, я нічого не хочу сказати, да. Повернутися на оті, знаєте, матеріальні статки, до яких ти звик, да. Ну, треба щось робити. Да, я бы скажу более откровенно, ну отрубите мне руки, но я никогда не поверю, что человек с должности коммерческого там директора или кого-то там управляющего с определенным таким окладом идет на низкий оклад в местное самоуправление чисто за высоких мотивов. Ну я этому не верю, вот такой я пессимист. Понимаете? То есть, пятое, что происходит в городе? В городе говорят откровенно. Владимир Федорович Кальцев захотел в очередной раз проломить ситуацию в городе. Это горожанам не понравилось, и это будет иметь накопительный эффект. Да, то есть психологически мэр как бы отошел на эти позиции, он сказал, смотрите, они как бы зашли, я ж не могу. И самое последнее, как бы шестое. Понимаете, вслед за этим наступит политическая ответственность. Безусловно, однозначно, правильно написал один из телеграм-каналов, если есть вопросы по образованию, по освіті, тепер це Васюк, не Буряк.
Вы это проломили. Если есть вопросы по дорогам, это Константинов. Значит, если есть вопросы там, к организации работы местного, органа местного самоуправления, это, извините, бывший представитель судмедэкспертизы Куртєв. Он еще не колишний. Его еще не звільнили с этой посады. Да. И я не знаю, знаете, там он в шпагате сейчас. З одного боку проголосували, что он секретарь Запорізької міськради. З іншого боку, Запорізька обласна рада повинна ухвалити рішення про його звільнення. Є таке, знаєте, такий якийсь дуалізм. Не зрозуміли. Чи приступив він уже до роботи як секретар Запорізької міськради? Чесно, не знаю. Да, без слова. То есть город Запорожье – это большое село, как говорят, в хорошем этого смысле. Все прекрасно понимают. Еще такого не было. Будет. И это переживем. Все прекрасно все увидят, все узнают. Наверное, этот этап нужно пройти. Ігорю, ваше от враження від того, і як ви оцінюєте перспективи такого конгломерату? Ну, щодо їх дійсно відповідальності персональної, політичної зараз у Запорізькій міській владі. Да, ну, от опять возвращаясь к коаліції. От, по-моєму, Валерія Баранова, це нинішній мер Бердянська, ну, який многожди мер в своє время був Бердянська, була хороша фраза: каналізація партійності не має. То есть глупо переносить какие-то идеологические вещи, вот эти именно партийные, на уровень местного самоуправления. Совсем разные задачи. То есть у местного самоуправления очень ограниченный функционал. То есть фактически их поддержание как бы в жизнеобеспечении города. То есть здесь не идеология, здесь мы же не сможем флаг там поменять, там языки какие-то. Это все не относится к местному управлению. То есть задача местного самоуправления и мэра, как его, скажем, как главного топ-менеджера в этой ситуации, обеспечить жизнедеятельность города. Отсюда. Ну, а смысл коалиции? Окей, я понимаю. Опять же, дилемма, да, власть-оппозиция. У власти одно видение развития, например, города, у оппозиции есть свое видение. Они борются за власть, город выбирает либо это, либо это. Вопрос. Выбрали буряка. Отлично, замечательно. Сейчас произошел некий такой переворот, появляется оппозиция, которая вошла. А от оппозиции были какие-то альтернативные видения развития города? Вот кто-то предложил из них, мы хоть один раз услышали, хоть от одного из этих новых коалициантов, о том, как будет развиваться город. Что у нас есть видение, что у нас есть концепция развития города. Ну, під час навіть виборчої кампанії, якщо не помиляюсь, да, да. Жоден не презентував щось таке, от подальше стратегічне, якесь розвиток. Вот, вообще, видения нет, ну просто войти. Будувались переважно на критиці буряка і за рахунок цього. Тобто, а зачем ми йдемо у власть? Для чого? Чтобы ну, результат політичної діяльності – це влада. Отримати владу – це зрозуміло. Ну, так владу а далі влада – це інструмент реалізації своїх там, політичних програм, стратегій. Ну, якщо не було стратегії розвитку міста, що буде робити город? Ну, не знаю, от зачем ЄС должность зама по дорогам? Вот что мы начнем строить какие-то патриотические дороги, по которым ни один русский танк не проедет? Или вот смысл, как бы, для чего? Ну, Бог його знає. Ну, Олександра Костянтинова ми точно запрошуємо і до нашої студії. По відповідальності, будемо... це, кстати, хороше, тут дійсно, що може бути, скажем так, тактический мэр проиграл, но стратегически он выиграл, потому что эту ответственность, вот если раньше все спрашивать с мэра было, то ну, вполне вероятно можно размазать, тем более, что лидеры заходят, одни из лидеров вот этих партийных на определенное направление. Действительно, за дороги можно спросить с этого, за дерибан земли. Ну, кто у нас будет отвечать? Кто у нас земельными вопросами занимается? Что ты как-то можешь об этом даже предполагать? Соответственно, нет, я к тому, что появляется конкретное направление, которое непосредственно связано с конкретной политической силой. Вот в чем фишка, вот что интересно. Це точно. Ми будемо обов'язково відстежувати і саме за такими от напрямами, зараз персоніфікованими, з політичним забарвленням. Знаєте що, не хотілося б, щоб постраждало ну, розвиток Запоріжжя. Умовно кажучи, не були загальмовані якісь проекти, які вже реалізуються. Щоб оце перетягування ковдри, а потім, можливо, якісь знаєте, скандали, з'ясування стосунків, не нашкодило місту Запоріжжю і всій Запоріжжі. Громаді. От що я боюсь особисто, як житель Запоріжжя. Да, Романе. Ігор буквально от зняв з тієї мислі. От, дійсно, народ, а хто тепер опозиція? Всі превратились во власть. От, всі як-то так от раз-раз-раз-раз так от стали. От, всі говорять, тепер ми там власть, да? Хоча вона нарізана от так от пирогом, да? От, і, ну, я ж ще раз говорю, ті все... Шарі, да, точно, да, нічого, да, не, нічого не получили. Ні, вони там плавають, вони теж плавають, вони кнопку будуть давити, це все потім ти позже там узнаєш.
Вопрос не в этом. Им это и представительство не надо нафиг, потому что ну, у них такая доктрина, они просто деконструктивная оппозиция. Вот у них есть там лидер, который валит, что все пропало, Украина, fail state, все, говорит о нем. Вот, и они должны соответствовать. То есть им классно, чтобы светофор не горел. И понимаешь, и дороги, чтобы не делались. Должность зама по светофорам, да, надо, чтобы их, да, но их все равно засунули туда, и оно сейчас скоро это тоже выстрелит, понимаете? Потому что оно уже так выскакивает в голосованиях, и я думаю, где-то все-таки Марченко объявится, что вот со своей квотой. Вопрос просто здесь, вот опять же для меня, я вот тоже вот... начал там с тем, что с Сашей там общаюсь, да, вот, он умный парень, вопросов вообще нет, он вот не просто, у него такая матчасть, он постоянно консультируется с бывшим мэром Карташовым, и с Барановым. Это про Константинова. Про Константинова, да, у него вот такие вот с ними вот такие довольно-таки беседы, вот конструктивные, он напитывает вопрос, как это все реализовать с этого кабинета зама? Ведь если мы рассуждаем за инвестиции, которые идут сюда, ну мы что-то тему уже 300 раз обговаривали, земля вся разорвана партией регионов, которая сейчас на эту землю и села. Куда ни ткнись, чья земля? Маркиза Карабаса. Все разворачиваются, уходят. Эту же тему обсуждали. Почему нельзя создать какой-то логистический центр? Приезжают шведы. Запросили за землю, как дурные за батька. То есть, куда ни плюнь, все, аренда за землю не платится. Это вот так вот обнял два, там, три человека в городе, которые держат все. Вот. Соответственно, дальше, по бюджету. Ну, вы же, ребята, видите, что вообще у нас, короче, происходит. Вот. Мы недополучаем, потому что сам Зеленский у нас забирает, и там какие-то деньги забрал, эти реверсы позабирал, забрал этот акциз. У нас постоянно мы миллиард потеряли. И за то, что там законодатель надавил, ярда у нас уже не существует. Лизинговые программы. Ну, окунитесь, посмотрите, вот у нас только вот электротрансу сразу отдай, теплосетям сразу отдай, там есть договор, защищенные статьи сразу отдай, туда отдай, какое развитие. И какое развитие, значит, надо душить, надо забирать землю. Надо у того же Кольцова вырывать землю и предлагать ее инвесторам. Кто это будет делать, если сам новый эпицентр стоит на его же земле? И они сами понимают, ну, прекрасно, как вот картина мира выглядит. Про дороги я вообще молчу. Это вот та визитная карточка, вот дураки и дороги, если они с тех еще времен не отремонтировались. Вот. Я думаю, я уже быстрее дачу на Марсе получу, вот, чем эту проблему решим. Она тянется еще царя гороха. Вот. И, соответственно, возможно, вот, Саша со своим концептом все бы эти проблемы решил. Но только в одном случае. Если он был бы мэром, и 2/3 голосов принадлежали бы ему. Вот только в такой комбинации. Вот. Заходя сюда, на эту позицию, это просто-напросто тебе надо войти со всеми в жесткий конфликт интересов. Вот привлекаешь деньги, вот где есть дополнительные взять, да, Рома Таран сидит, подходишь, говоришь, слушай, друг, посмотри, сколько у нас вообще помещений, вот этого, на которого ты обнял, сидишь, давай людям их раздадим, пусть хоть коммуналку платят, 47 миллионов мы платим городского бюджета за помещения, которые просто простаивают. Давай объем, ну, Романом, и рассмеется ему там в лицо, скажет, ты что, Саша, с ума сошел? И вот я же говорю, это будет по каждой такой вот спайке, ну, те же коммерсанты, они уже были там, они были всю эпоху Сина. И опять же такие, вот, чтобы как ни говорили там, да, что эту потом ответственность, ее поделят. В чем вот решение этого эксперимента? Как и Чернобыль, кстати, который тоже был экспериментом. Вот почему решили прыгнуть все-таки, да? Вот модератор всех собрал и убедил, давайте прыгнем. А потому что действительно вот доказано все равно, что мэр выше. Вот идут перетрубации какие-то. Вот давайте завтра вот просто камеру выведем, просто спросите, кто у нас глава областного совета? Вот если 40 человек вы опросите, из 40 человек в городе, кто будет проходить, хоть один назовет голову областного совета, с меня хороший коньяк. Вот. Мэра знают все. Узнаваемость 99,9. Проблемы, которые могут начаться... Державная администрация також... Чёрта лысого. 4%. 3-4%, да. Ничего никто не знает. А тем более, представьте себе, информационно, вот сейчас смотрит наш телеканал какой-то просто рабочий, который пришел после смены. И он говорит, Люд, опять там ты представляешь этих замов, там крутят, мутят. Да чёрт, оно ему надо знать вообще. Кто зам? Еще раз говорю, эти фамилии для простых пересечных для избирателя no name. Буряк. Все. Вот конкретно на нем фокусируется. Информационно теперь
должна быть отбивка по каждому направлению. Вот, если где-то что-то начнет там проседать, вы же опять поймите, тут же я что привел не зря там одну политическую силу. Есть действительно политические силы, у которых риторика такая, вот включая и Шари, и ОПЗЖ. Ну возьмите их не все телеканалы, что уже сдохла Украина, что ее уже не существует. А может быть там саботаж какой-то, может еще какая-то штука там, да. Тем более у нас еще до вчера стояли там российские войска. Было два решения РНБО. Вот по этому решению, самому лайтовому, вся власть переходила военно администрации и мэру города. То есть все ниже, оно не учитывается. Опять возвращаемся к тому, что мэр начинает подбирать под себя команду менеджеров. Поэтому вот еще раз говорю, я бы вот на месте там, ну опять тех же самых ЕС, да, еще раз повторю, вот Саша 100% бы реализовал все свои проекты, но при абсолютной власти у него в руках. В данной ситуации выгоднее встаньте в оппозицию, ешьте попкорн, конструктивно критикуйте то, что происходит. Вы в парламентские заведете не два депутата от Запорожья, 4. То же самое спорю на бутылку коньяка. Ну, до речі, про парламентські вибори ми вже сьогодні говорили, про дочасні. Чи ну, от входження представників різних політичних сил напередодні, ну, ймовірних парламентських виборів дочасні, можливо, і це була також метою. Тобто він, його входження у владу, він має якийсь певний адміністративний ресурс, і потім це використовує під час виборчої кампанії. Оскільки перебуваючи, ну, про те, що ви говорили, в певній опозиції, ну, і медійно він, скажімо, не буде так засвідчений, а зараз він все-таки представник влади. Що ви думаєте з цього приводу? Саш, это детский сад. Можно я, да, извини, что, коллеги? Это детский сад. У нас на последние выборы вот, партия «Буряка Еднания» показала мастер-класс как бы местным проектом с огромными денежными ресурсами, там, с историей там, и так далее, так далее. Показала, как нужно делать выборы. То есть партия никому не известна. Вот, знаете, вы о ней, Саш, не понаслышке, значит, взяла 19% и могла взять бы значительно больше в силу определенных обстоятельств, если не было и минусовой кампании, тех же коллег с ОПЗЖ и так далее. Мы помним судьбу порядка и помним вот эти расклады, админресурс, корпоративный ресурс завода, да, Запорожсталь, там какие-то там, какие-то гадания на чайной и кофейной гуще, все это чепуха. Значит, на выборах люди голосуют не за административный ресурс, ничего это не работает, это давным-давно доказано и Малкиным, и Сучковым, там, и Балуэктом, и прочими товарищами видными. Работает имя, особенно в нынешнюю информационную эпоху, партия Владимира Буряка, Еднания, Владимира Буряка, работают дела, мы неоднократно об этом говорили, да. Работает репутация. Мы живем в жесткий период жесткой репутации. Плохая у тебя репутация, все. Да, и мы, Украина тоже в это вошла. Какой административный ресурс может быть у заместителя, который партийный заходит? Кто? Школы? Организуйте школы за себя голосовать. Это невозможно. Это просто невозможно. А сразу схватят. Это минус. Это, наоборот, да. Минус. Мы живем в эпоху Фейсбука. Уже даже телеграмма, короткие дали. Это все... Это... Да, не дай Боже, когось там примусив проголосувати, бо ще одразу це з'являється. Тебя и разорвут. Если ты начнешь в школу, там быстренько пропаганду вести. Да, если данные коллеги политические, представители партии так думают, значит, они дилетанты. Значит, ребята, меняйте команду менеджера, проходите заново курсы, вы плаваете совершенно в этих вопросах. И вообще, в целом, Саша, у меня складывается такое мнение, я согласен с Ромой, что просто это какая-то такая детская болезнь, знаете, ребята дорвались в песочницу и решили вот поднять. Ну, десятилетия они не были при владе, а тем паче вот, представники ЕС, минулую каденцию они были без влады. Ну, «Слуги народа» — это уникальный, взагалі, политический проект. ОПЗЖ, вони були, ну, під прапором партії регіонів, той же Роман Таран, який зайшов, був секретарем колишньої Запорізької міськради, він знає на солоду, що це таке влада. Да, в даному случае я говорю о критическом ядре нових «Слуга народа». Вот. Я говорю о новом формате ЕС, я говорю о партии Шария, которая, безусловно, сейчас еще сыграет свою скрипку. Там и так далее. Вот на этом сыграли. Были дирижеры. И не один, безусловно, дирижер. Вот давайте это поиграем, там, налили в уши и прочее, прочее. И вот захотелось, вот сидит Буряк, который 5 лет тут был. Вот он нас задолбал, мы хотим, вот дети, немножко, пожалуйста, потери колоссальные, колоссальные. То есть, завершая, хочу сказать, вот кто-то желает стать джином. Пожалуйста, остановись, но только, как в известной сказке, сразу тебе наручники на руки. Вот он вам ходит. Ну, дирижер, вы говорили, я можу здогадатись, про кого вы говорите. Він впливав, в тому числі, на ситуацию в Запорізькій обласній раді. Він надзвичайно красномовний, в мене вміє переконувати різними методами. Давайте ще пряму мову послухаємо Володимира Буряка. Ну, так би мовити, закріпимо цей блок. Пряма мова про заступників, які були обрані минулої п'ятниці на сесії.
кадрові зміни, які, я кажу, ряд заступників, яких я назову. Перше, Омелянович, апарат виконавчого комітету, заступник, керуючий справами, партія єднання. Житлово-комунальне господарство, як кажуть, зам по ЖКХ, нова політика, Гординський Віктор Георгійович. Далі, зам по медицині, Наумов Геннадій Борисович. Зам по фінансам, П'ятницький Андрій Васильович, єднання. Зам по освіті, ну я так попросту буду казати, щоб було зрозуміло, Васюк Анатолій Григорович. Зам по дорогам, інвестиціям і розвитку стратегічному, Константинов Олександр Олександрович, Європейська солідарність. Васюк, по, як кажуть, по квоті «Слуга народу». Далі, Нікіфоров Олексій Вікторович, зам по ефективній роботі комунальних підприємств міста Запоріжжя та розвитку і вдосконаленню цих комунальних підприємств. Партія «Єднання», зам по землі та комунальній власності Таран Роман Олегович. Вроді всіх порахував. І секретар Запорізької міської ради Куртів Анатолій Валентинович, партія «Слуга народу». Всі заступники на одному рівні, першого заступника нема. Ну, от ми підсумували оцей блок. Я хотів би, щоб ми ще кілька питань таких обговорили, які, даруйте знову за тавтологію, обговорювались під час сесійного засідання. Цікаве дуже питання. Під час розгляду порядку денного мали б розглянути петицію. Максим, здається, Максим Зайченко. Нацдружини. Петицію щодо заборони двох політичних сил. ОПЗЖ і партія Шарія. Ну, от не змогли навіть включити до порядку денного. Треба набрати, ну, от загалом 64 депутати, треба 33 голоси набрати, аби включити питання до порядку денного, а далі вже його розглядати, якщо воно включено. У нас є, як це, результати поіменного голосування. Давайте от переглянемо. І хотів би, щоб ви прокоментували. От дивіться, результати поіменного голосування про підтримку петиції щодо заборони політичної партії ОПЗЖ та партія Шарія. Партія Володимира Буряка «Єднання». Всі проголосували за, ну, за відсутності однієї депутатки. Це про внесення повістку дня, да, Саш? Да, про внесення до порядку денного. Це ще, по суті, не розглядали. Далі, опозиційна платформа «За життя». Дайте наступний, будь ласка, наступний слайд. Ага, опозиційна утримались, і Таран Роман Олегович не голосував. Це нинішній заступник міського голови. Партія «Слуга народу». 5 чоловік, 5 депутатів проголосували за, решта утримались. Європейська солідарність, ну, цілком природньо, тому проголосували за відсутності Олександра Лобаса. І партія «Нова політика». От не голосували 3, і наступний, покажіть, будь ласка. Всі не голосували, відсутній був один із депутатів. І партія Шарія, ну, зрозуміло, їх забороняє, проголосувала проти. І Буряк Володимир Вікторович проголосував за, як міський голова, за внесення цього питання. Отже, не вистачило двох голосів, аби розглянути. Тема резонансна, питання резонансне. Багато місцевих рад, особливо західної частини України, вони проголосували. Ну, за схожі петиції або звернення ухвалили до центральних органів влади щодо заборони цих політичних сил. Як от ви прокоментуєте? Фактично дві політичні сили – це єднання Буряка і Євросоюз. Солідарність підтримали цю петицію. Павле, давайте, Ігор або Борус, Романе. Колеги. Давайте, Роман. Ігор. Давайте, поочередно. Ну, фактически борьба с ОПЗЖ и с Медведчуком в исполнении нынешней, скажем так, властной вертикали, это просто пиар. Помните, да, месяц или сколько назад было решение РНБО, там куча санкций, облежит Медведчука санкциями, где они? Проходит время. Ну хорошо, закрыли телеканалы. Максимум все, что сделали, это закрыли телеканал Медведчука. Зараз заблоковали их и в Ютубе. Из-за чего? Только из-за того, что на этих телеканалах шла критика Зеленского. Все. Исключительно, как бы, никаких бизнес, каких-то серьезных подвижек нет. Собственно, и как бы вот эта борьба, которая вот собираем петиции, что-то подписываем, опять же, кто утримался? Слуги народа. Половина из них. Большая частина утрымалась. Вот и все, вот она вся борьба как бы с Медведчуком. Более того, вся эта борьба, насколько есть интересный инсайт такой, да, что вся эта возня, которая вокруг этого ведется, на самом деле инициирована
из середины самой же ОПЗЖ. То есть фактически за партию, за как бы бьются два эти. Есть с одной стороны Медведчук, с другой Левочкин. И вот эту всю возню с РНБО и так далее закручивает Левочкин. Более того, наша ОПЗЖ входит в орбиту Левочкина. Собственно, поэтому им так, утриматися, были бы они идеологически настроены, конечно, голосовали бы против, как шарики, например. Mm-hmm. Ну как нас можно запрещать? А так такое впечатление, ну сидят кнопку, нажимают, ну что, нас хотят запретить, ну кого у нас? Ну может тут часто, давайте пускай Медведчука запрещают, а нам пофиг. Уйдем с Левочкиным в какой-то новый проект. Поэтому так, можем утриматися, можем еще как-то там, ну... Я немножко другого мнения об этом, потому что я все равно считаю, что у партии «Слуг народа» здесь нет центра управления полетами. Он не доказан, он не найден, ищет пожарные, ищет милиция. То есть был один какой-то офис, на котором сейчас висит аренда. Вот это показывает даже, ну, я тысячу раз говорил в этой вот студии, провалы просто, такие вот детские, инфантильные, там, избирательных кампаний, вот, те же там 70 голосов про запас, ну как, ну вы власть, ну как вы могли трон упустить в области, то есть вот такая каша творится. И действительно, вот, то, что центр и сам Зеленский не имеет такого, условно говоря, как Богдан, такого пса Цербера, который бы контролировал бы все там вот эти территории, собирал бы информацию, под Баканова бы читал, идет такой просто-напросто провал. Вот с одной стороны, вот что бы там ни было, там пиар, не пиар, но у нас из-за этих санкций очень ужесточилась ситуация на фронте, там, да, и действительно эти каналы, да, не работают. Вот, вот так вот, если посмотреть. Представьте себе, какой нанесен там, ну, вообще мощнейший удар по политической силе, если там тот же Петр Алексеевич имеет свой нишевый телеканал, он продолжает работать в информационном поле и также критикует Зеленского просто 24/7. То вот эту группу, ее раз в сторону, это все делается через РНБО. Президент с утра до вечера вот выпрыгивает и все кричит в НАТО, там, в НАТО, будем воевать, будем то, будем... Вот риторика сама у него, вот такого себе уже человека, который еще, давайте там, два дня, он наденет каску на голову, да? Вот, что творит его партия? Его родная партия. У меня вот просто вообще, внимание, вопрос. У вас хоть существует какой-то чат партийный, рассылка какая-то, вот. Мне тут там сорока на хвосте принесла, что да. Но потом опять же рассказывают, что вот есть группа, вот я смотрю, там тройка Марченковских, да, ну в жизни они не проголосуют, потому что то же самое, проект там Шария, это его тема, которую он то же самое удерживает. Одна группа отзывает своих, эти отзывают своих, эти отзывают своих. Опять хочу фамилию назвать, ну чтобы она четко вот зафиксировалась, чтобы Google Alert ее искал там. Баканов, ты это видишь все. Ну что это такое вообще? Ну это ж бред. Но у президента идет военная доктрина. Вот он четко заложился, и он все не слазит ни на шаг. Меньше всего, откуда это вот можно было ожидать, это то, что такое учудят слуги. Потому что они как бы сейчас амбассадор. Они пытаются Петра во всем обогнать в этом направлении. Да? Вот, я понимаю, евросолидарность, там они все абсолютно за. У них полфракции, люди, которые прошли войну. Вот, слуги, ну вы хотя бы идите уже за флагом, да, за своим, вот, если у вас действительно так все плохо, вот, тогда у меня вообще вопрос, а кто там вообще, вот, ну, в администрации президента ими управляет? У меня такое ощущение, будто на ней какая-то вот как паршивая франшиза. Вот пришли туда, спортивную сумку денег бросил, говорит, отдайте нам их, мы их там сами разводить будем. А, ну забирайте. И все. Вот, и вот такая вот сейчас происходит ситуация. Не только в міській раді Запорізькій. И в областной, и везде. Еще раз, вот смотрите, все расколы из-за чего произошли. Вот изначально коалиция, да, в городском совете, в областном, договор какой? В областном совете Буряковские идут с слугами, правильно, вместе. Держат свое слово. Все, вот мы тут блокируемся. Вы за этот союз идете с мэром. Вот, в первом же раз, бах, все. 7 человек их откололись, 4 откололись. Начинается вот это броновское движение. Они там постоянно меняют голову фракции. Вот это какая-то непонятная... Так, ну вы же партия власти, вы что, вы монолит должны быть. Монолит, бетон. У вас вообще должно быть настолько все четко заходить все идеологемами, если вы уже ваш лидер ведет Украину за собой. Вот, ну,
так есть. Вы не можете быть какими-то романтиками, как голос, там еще позволить себе там какой-то там, а вот у нас демократия в рядах. Да нет, ну вы что, ребята, вы забрали на себя всю полноту. У вас все ваши ключевые министры, все, у вас абсолютная власть в стране. Вы не поделились ни с кем, ни с чем. Президент задал доктрину, 8 человек. Вы вообще представляете? Ну это бред. По сути, вот дело, я просто себе моделирую ситуацию, если бы такое бы было там, ну с какой-нибудь другой политической силой. Да уже сюда приехала группа зачистки. Вот. Не то, что императивный мандат. Просто пообщались бы с каждым, и на утро были бы заявы, складаем повноважения, все, и расходимся. Вот. А Зеленский не слышит ничего. Павел, да, Ром, ты правильно только что сказал. Дьявол кроется в цифрах за 7 человек. Вот четко, если посмотреть внимательно на этот документ, вот, уважаемые господа, значит, на самом деле это взорвалась первая бомба информационная, и нужно просто правильно разобрать перед жителями Запорожья. Значит, и то, что мы с вами говорили о репутационных потерях, они только начинаются с первого дня. Вот три страницы этого. Внимательно смотрим. Ну, во-первых, 7 человек, о которых ты сказал, раскололись, да, и фактически слух народа, они обрушили коалицию, когда Гладкий ушел, вот они утрымались там, утрымались. Секундочку. Теперь смотрим голосование ОПЗЖ. Фракции, по вопросу которой вносится вопрос о запрете. Она же должна была как Шавій проголосовать. Проти. Або не голосовать взагалі. Утрымалися. То есть, видим, да, вот эти 8 голосуют вместе, там на 1 плюс, и ОПЗЖ голосуют. То есть дирижер. Правильно, Ром? Да. Правильно? Мы же не конспирологи. Есть дирижер, который в виде толерантности, чтобы шефу доложить Зеленскому. Да, что вот смотрите, вот лагерь ягнятка и так далее проголосовали. Это позорище. Уважаемые избиратели, ОПЗЖ воздерживается против собственного суицида. Это мы говорим о политических потерях. И у меня вопрос. Если тут не работает политический фактор, какой фактор работает, чтобы заставить всех одинаково голосовать? Финансы. Что дальше? Задачка доказана. Вот эти три страницы. Весь вердикт. Потому и дальше это будет вываливаться странным образом. Бюрократическими партизанами в сеть побольше. И мы это все будем показывать. И все. И, господа, вы приплыли. И успехов вам. Позорище политическое. И я вам хочу сказать, больше всего потеряют ОПЗЖ, которая претендовала, и я думаю, что мы это рассмотрим в следующем блоке вопросов, и «Слуги народу». От давайте про «Слуг народу», про одного із представників «Слуг народу», термін на центральний рівень трішки піднімемось. Євгеній Шевченко є такий депутат, мажоритарник, який зараз ще у фракції «Слуга народу», наскільки відомо, який от наважується на такі вчинки. То він коментує на російських телеканалах як в якості аналітика-експерта якусь ситуацію в Україні, геополітичну, стосунки якісь. Ну, а тепер він наважився 20-го числа, побував і зустрівся з батьком, з президентом Білорусі Лукашенком. От давайте відеоряд переглянемо. Зараз обговорюється ця тема. Ну, «Слуги народу» і досі, ну, так би, як... Знаєте, не конкретно щось сказали з цього приводу, що це не заборонено з одного боку з законом, з іншого він мав приватну якусь зустріч з президентом. Ну, я, чесно, не можу в це повірити. Ну, і зараз це пропагандистами, в тому числі, використовується проти України, особливо московськими, кремлівськими, і ще говорять, що Шевченко – це можливий лідер, можливо, якоїсь нової політичного проєкту, який буде заіснувати за російські рублі. Я дуже прошу вас прокоментувати, у нас залишається 2 хвилиночки, і тому дуже отак оперативно. Ігорю, давайте. Ну, у мене там просто, ну, як, не будемо в общому візиті, буквально одна фраза, яка була произнесена, що от був в Україні такого президента, як Лукашенко, якого хочуть видіти... 36% жителів тобто, України. Чоловік із президентської фракції, угу. Фактично, ну, от, при живому президенті, говорит, ну, это вот ситуация, ну, сын. Тут, встретил, что я говорю. Встретил какого-то мужика и при живом отце говорит, слушай, а из тебя бы классный муж моей матери получился. Ну, я не знаю. Я не знаю, что мой отец бы сделал, как бы, сын, ну, все. Но на самом деле, я одно слово скажу, это цирк. Да, то есть президенты друг другу тычут дули, мы же помним с вами после этих событий в Беларуси, наш Зеленский ему дули тыкал вовсю, и теперь делают красивую мину, приходят, а вы знаете, это такая партийная демократия, это цирк, циркачивые, елки-палки, что это такое? Я скажу так, вот смех смехом, ребята, но на самом деле ситуация очень плохая. И я вам честно хочу сказать, что те 5 лет, которые вот были той каденции еще, да,
гаразд, я спокойнее чувствовал. Потому что сейчас, когда вот встречаешься там с нашей службой вот в Киеве, да, и тебе показывают расклады по Запорожью, вот почему-то идет вот именно такая вот конкретная расшифровка российское сверхвлияние. Почему российское сверхвлияние? Раньше я ее никогда не видел. Она сейчас появилась, российское сверхвлияние, где? Здесь, в Запорожье. Вот, раньше, вот даже завод, который закладывал доктрину, там был Ахметов, он потерял малую родину. Посмотрите, ТВ-5, самый первый переходит на украинский формат полностью. Посмотрите выступление Буряка, когда вот это вот на Хортице, когда он там «Украинцы, Крым, Украинцы!» до слез, мапа Украины. Вы посмотрите, как Ахметов, когда зашел сюда, он начал вот именно развивать эту риторику, он одну родину свою уже потерял. Вот. Сейчас я начинаю, какая-то реваншистская, вот знаете, каша варится, и очень много вот этих гадов везде повыползали, вот и там, и там, и там, и такое ощущение, будто какая-то вот доктрина, и никто за этим не следит. Вот если раньше, еще раз говорю, очень четко все отсекалось в рамках, да, у нас была партия оппозиционный, блок, там, без проблем, там, да, но риторика другая была, там риторика была совершенно вот другая, не в том плане, как вот сейчас выходят там на российские телеканалы, и там Шуфрич, там, и там рассказывают, там, что все наши, там, я не знаю, солдаты, они пойдут под суд, потому что они все фашисты, там, и оккупанты, а вот все, что делает там наш президент, то же самое, мы там его проклинаем, там, и так далее, и тому подобное. Вот, сейчас, мне кажется, полюса раскалились, а вот Шевченко, он кидает тень. И я смотрю, как вот вздыхают у Шустера, ну, это ж на Запорожье. То есть нас каким-то чертом уже начинают красить, что мы такой регион. Маргиналы. Да, маргиналы. То есть не то, что мы это колыска державности Украины, казацкий край, гордость, да, наша. А вот то, что у нас действительно тут какое-то вот новое появляется столица русского мира. Откуда и пойдет там Шевченко шагать. Потому что, еще раз говорю, если он туда полетел, в Белоруссию, и Баканов про это не знал, или хотя бы не допросили его по приезду. Он же встречался с первым лицом. Вы понимаете, Беларусь на границе у нас. Вот, это, господа, это ужасно на самом деле, что такая ситуация у нас в стране происходит. Вот этот цирк и без хозяйства. Будемо про це говорити і будемо це виправляти разом з вами. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Ну, зараз точно кажу, що ми зустрінемось з вами у травні, напевно, що не раніше. Глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з телеканалом Z. Світлих, радісних, теплих вам великодніх свят. Ми зустрінемось з вами рівно за 3 тижні по завершенні травневих свят. Хай все у вас буде добре, бережіть себе, хай щастить, тримайтеся.